Добрый день, друзья! Сегодня смотрим октябрьские цены на компакт-вены. Осмотр проводился на площадках в Шауляе, Поневежесе, Клайпеде и Каунасе. Volkswagen Touran из Голландии 2007 года, 1.4 бензин, механика, пробег 170 тысяч, цена 3450. Ford C-Max из Германии, 1.8 бензин, механика, пробег 175 тысяч, цена 3100. Renault Scenic из Германии, 2007 года, дизель 1.9, механика, пробег 270 тысяч, цена 2250. Прилагается комплект колес. Renault Scenic 2006 года, 2 литра бензин, механика, пробег 274 тысячи, цена 2500.
Немного подмята крышка багажника. Volkswagen Caddy 2013 года. 1.6 дизель, автомат, пробег 320 тысяч, цена 7200. Ford C-Max 2011 года из Франции, 1.6 дизель, механика, пробег 218 тысяч, цена 5200. Renault Grand Scenic 2007 года, 1.9 дизель, механика, пробег 192 тысячи, цена 2550. Volkswagen Touran из Германии, 2006 года, 1.9 дизель, механика, цена 3500.
Ford C-Max из Италии. 2013 года. 1 литр бензин. Механика. Пробег 140 тысяч. Цена 6500. Рено Гранд Сценик из Германии. 2010 года. 2 литра дизель. Автомат. Пробег 180 тысяч. Цена 5100. Ford C-Max 2007 года. 1,8 дизель, механика, цена 2450. Очень сильно изношен руль. И непонятно, как это плесень на сиденьях. Кошмар. Очень похоже на утопленника. Volkswagen Caddy Maxi 2009 года, 1,9 дизель, механика, цена 5200.
Volkswagen Touran из Германии. 2005 года. 2 литра дизель. Механика. Пробег 232 тысячи. Цена 2800. Citroën Nemo из Германии. 2009 года. 1,4 дизель. Механика. Цена 2800. Volkswagen Touran из Германии. 2006 года. 2 литра дизель. Механика. Цена 3200. Ford C-Max гибрид 2017 года, 2 литра бензин-электро, автомат, кожа, пробег 34 тысячи, цена 14 900.
Opel Combo 2005 года. 1.4 бензин, газ, механика, цена 1650. Отсутствует задний стеклоочиститель. Renault Scenic из Германии. 2004 года. 2 литра бензин. Механика. Цена 1450. Kia Carens 2013 года. 1.7 дизель, механика, цена 7550. Renault Grand Scenic 2008 года. 1.5 дизель, механика, комбинированный салон, цена 2500. Машина открыта. Можно смотреть салон поподробнее. Придается комплект зимней резины. На водительском сидении порвана кожа. Yeah, I know.
На этом обзор цен на компакт-вены закончен. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. Всего доброго, до следующих обзоров.